Это модные ночные клубы. Сейчас мы... Я живу, ребята, в самом эпицентре драйва. Бедрум закрыто. Обычно уже открыто в это время. Хотя нет, в мае, по-моему, они открывают. Ну, они в мае не откроются. И Гуаба. Не то. Не то мне не понравилось. Не знаю, бля, старая стала уже. Уже все мне не то и все не те. Не знаю, мне не понравилось. А ну, у них прям выход, у них пляж. Это можно шезлонги арендовать. Дискотеки ночные, это там девки голые плещутся. Прям в море, музон, бухло, марихуана. Ну, короче, водяра девки патефон. Все хорошо. Но, наверное, они не откроются, я так думаю. Пусто, боже, пустынная улица, как апокалипсис какой-то. Ой, ты мой сладкий. Какой ты красивый, большой. Ой-ой-ой, Боня. Ты ему на один зуб. Хоть бы он на нас не прыгнул сверху. Ребята, жутко. Вот прям жутко, как мертвый город. Боже. Для Лимассола это не то, что нетипично. Вообще. Что там, Бонечка? Давай. Ужасно. Короче, хорош, ужасно. Мы идем к морю. Сейчас выйдем, там будет прекрасно. Вот мы и вышли к этой красоте, к этому прекрасному настроению. Здесь находится, что здесь находится? Афродит Матусия Exhibition Center. Афродит, короче, выставочный центр какой. Это выставки тут проходят. Мы тут с вами гуляли 100 раз, ребята. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Боже мой. I think we can let him go without couple. Why not? Ой, давай его без поводка отпусти, не хочешь. Ребята, в это время обычно здесь уже не протолкнуться. Гляньте, что творится. Боже, как хорошо. Какой свежий воздушек. Ой, как хорошо. Такие волны красивые сегодня. Солнце. Сегодня прям классно было бы позагорать. Ты думаешь, и водичка уже такая. Ой, как красиво. Закрыт этот ресторанчик, хотя уже вовсю люди завтракали здесь, кофеёчек. Ох, солнце шпарит, я вам говорю. Вернемся уже загорелые домой. Все закрыто. Видите, лентой обмотали детскую площадку, чтоб никто тут не играл с детками. Да мы обычно сюда приезжаем, здесь машину оставляем. И пошли вдоль берега. Или на пляжик, если приезжаем, мы любим здесь бывать. Здесь вообще песочек за зиму понабивало камней. Не знаю, если сезон не начнется, то никто и расчищать ничего не будет. Если тут карантин не закончится. Жарко тебе, зайчик. Сегодня обстригла ему немножко челку, уже глаз не было видно. А ну покажись, какой ты красивый. Стой. Ой.
Как мне тебя гонять? А ну сядь, сядь, сыт. Ага, прям взял и сел. Гонечка, глазоньки открылись. Сыночка. Не хочет. Он, барышня, идет, наверное, плавала. Полотенце на ветру развивается. Вот, пожалуйста, к нам должны были приехать 10 апреля Comedy Woman. Новая программа. Кто же приедет? Все, уже все приехали.